dog. Рада приветствовать вас на телеканале «Алекс» в программе «Good Dog». Уникальная возможность увидеть сразу большую половину пород собак, существующих в мире, выпала поклонников братьев меньших. В конце сентября на стадионе «Стрела», где Кинологический союз Украины традиционно провел международную выставку собак всех пород «Запорізько-Січ». О ней прямо сейчас. Good dog. Международная выставка собак всех пород «Запорізько-Січ» – действо, которое ждали не только представители кинологического сообщества, но и горожане, любящие и ценящие собак, этих уникальных существ, которые тысячелетиями шли рядом с человеком и всегда были преданными помощниками и друзьями. Эксклюзивное кинологическое шоу. В нем были представлены лучшие собаки не только Запорожья, но и Киева, Днепра, Одессы, Кривого Рога, Харькова, Львова. Мы проводим 23-й год подряд выставку под названием «Запорізько-Січ», потому что это наш город, это наша Хортица, это историческое название. Мы проводим международную выставку собак всех пород. Это атрибут международной организации, в которую входит 89 стран мира. То есть в каждой стране проводится выставка ранга, так как мы говорим, ЦАЦИП, международная выставка собак красоты всех пород. Более 600 участников боролись за титул лучшей собаки выставки. Авторитетные судьи из Украины, Беларуси, России и Словении оценили экстерьерные качества хвостатых грандиозного собачьего конкурса красоты. Экспертиза на выставке сводилась к последовательному исключению наименее соответствующих стандарту породы и выделения, по мнению судьи, наиболее ярких представителей породы, которая заканчивается тем, что лучшие собаки присваивается звание «Лучший представитель породы». Такой титул среди немецких овчарок по праву заслужил Дик, представитель питомника «Мотор Сич». На выставке принимал участие наш питомник, а также много представителей потомства нашего питомника. Так как мы подготовились довольно серьезно к этой выставке, у нас получились очень серьезные результаты. Нелли получила ЦАЦ, получила РЦЦИП. Лота «Мотор Сич» получила ЦАЦ, получила ЦАЦИП и стала лучшим представителем среди сук. Дик стал лучшим в своем классе, выиграл ЦАЦ, ЦАЦИП и стал лучшим представителем немецкой овчарки на сегодняшней выставке. Док-шоу своим выставочным меню, как всегда, порадовал и гурманов, и широкую аудиторию любителей усолопохвостых. Это порода шицу. Они владеют очень сильным умом. Они очень идет собака-компаньон. Они живут ради вас и подстраиваются под вас. Ну, плюс они очень-очень любвеобильные, да? Лео? Лео, ты растерялся? Куда бежать? Ой, что это, да? Ты Лео, да? Вот, они всегда готовы целоваться, они безумно любят людей. Как настоящего казака, Олега Григорьева не могла не заинтересовать украинская собака. Сейчас я вам хочу представить удивительную породу, которая, собственно, выведена как украинская порода. Она называется Одис. Хозяйка ее Виктория. И вот она сейчас расшифрует название собаки. Собака, еще раз повторяю, породы Одис. Одесская домашняя идеальная собака. Вот такая собака у нас в Украине появилась. Одис – это творчество украинских заводчиков. Это действительно эксклюзивная порода, которой меньше 20 лет. Вывели ее в Одессе, 5 заводчиков объединились и сделали, образно говоря, маленькую южнорусскую овчарку. Порода очень специфична, она удерживается. На сегодняшний день живых особей больше 400. Мы немножко изменили стандарт, подняли чуть-чуть рост, не стали выделять их в 3 разных категории. И очень удачный год для этой породы, то есть утвержденный стандарт в КСУ был принят для всех международных организаций кинологических как порода вне классификации в ЦИИ. Одис, звезда Одессы. Авторская порода собак с перспективным будущим. Ласковый питомец и экстравагантный компаньон. Первая и единственная порода, имеющая украинские корни. А у бивер-йорков корни немецкие. Мы вне классификации. Мы бивер-йорки, признанные в стране.
Нас, ну, у нас уже очень много, нас признают уже во многих странах. Мы бываем плащевики, бываем забеленные. Хоть по стандарту у нас больше 80% белого не должно быть. Выставка – это подведение итогов работы заводчиков. С гордостью можно говорить, что украинская кинология развивается очень достойно. Если когда-то, допустим, поехать на выставку в Крав, это было что-то невозможное, то в этом году порядка 150 собак украинских, которые живут в Украине, туда приехали, они были представлены и заняли очень много призовых мест. Я очень хочу сказать, что собака, которая живет в питомнике Мотор Сич, немецкая овчарка, только что приехала из Германии с титулом чемпион Германии. Наша украинская собака, которая живет здесь в Запорожье. Прекраснейшая животное. То есть у нас во многих породах идет прогресс, во многих. Выставка собак прошла на большом позитиве. Как и в любом соревновании, есть победители, те, кому есть к чему стремиться. Пьедестал собачьего Олимпа заняли самые достойные представители четвероногой элиты. Так, лучшей собакой выставки стал Бессенджи. В шаге от победы – Джек Рассел Терьер. И бронза – русский черный терьер. Good dog. 7 июля 2019 года на питомнике родились щенки экстерьерного разведения от родителей Багира Мотор Сич и папа Фин Вагнер Цунгт, импортированный из Германии, чемпион Украины, гранд-чемпион Украины, чемпион России, чемпион Белоруссии, интернациональный чемпион. Родилось 5 щенков. Все щенки чепрачного окраса, 2 мальчика, 3 девочки, 2 девочки длинношерстные. Оформлены щенячьи карточки клуба КСУ, сделана первичная прививка, щенки прочипированы, активные, проявляют рабочий характер. Развиваем у них инстинкт добычи, самостоятельно уже кушают. Кто хочет себе хорошего друга, преданного охранника, мы рекомендуем щенков с нашего питомника. Good dog. Розплідник «Мотор Січ» здійснює послуги у напрямках – реалізація щенят готівкою та безготівковим розрахунком, в'язка із виробниками розплідника. Для більш детальної інформації звертайтеся на сайт dogs.motorsich.com або телефонуйте за номером 720-57-98. Good dog! «Хвост трубой» – любимая рубрика наших телезрителей. Это фотоконкурс, в котором может принять участие каждый домашний любимец. Условия таковы. Вы присылаете на наш адрес фотографии вашего питомца. Немного рассказывайте в письме о своем друге, а мы дарим вам подарок. Итак, тройка лидеров этой программы. Кошка Нюся на первом месте. Своенравная и манерная. Так ее описывает хозяйка Ирина. Нюся чувствует настроение человека и еще обладает даром лечить. Их приз – дропак. Второе место занял Марик. Этот сладкий парень – метис двух пород – чихуахуа и русского тоя. Но он об этом не знает. Марик думает, что он большой и очень злой пес породы алабай. Его хозяйка Ольга признается, что Марик – гроза их района, и именно он глава семьи. Добродий дарит псу миски. Замыкает тройку лучших – йоркширский терьер Изюм. Ему 9 лет. Анжелика сообщает, Изюм гулять не любит, кушает много. Но мы стараемся кормить собаку правильно, чтобы он был здоров. Изюм – ужасный сладкоежка. Иногда ему удается выпросить что-нибудь вредное, например, конфету. Он стал для нас настоящим другом. Йорик также получает миски. И искренне поздравляем наших героев. Дорогие любители домашних животных, фотоконкурс продолжается. Присылайте фото по адресу, который видите на экране.
обязательно указывайте свой контактный номер телефона. Ждем новых победителей! Доброди – ветеринарная клиника, успевшая хорошо зарекомендовать себя в нашем городе. Это место, где любят животных и относятся к ним с уважением. Клиники оказывают терапевтическую и хирургическую помощь. Лабораторная диагностика представлена широким спектром биохимических и клинических исследований. На базе лабораторно-диагностического кабинета проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости животного, которое помогает выявить целый ряд серьезных заболеваний печени и селезенки, почек, репродуктивных органов. Квалифицированный персонал поможет решить проблемы, связанные с нарушением обмена веществ или несбалансированным питанием кошки или собаки. Вакцинация – одна из предлагаемых услуг клиники Доброди. Вместе с персоналом Доброди ваш питомец безболезненно пройдет весь календарь прививок. Экстренная помощь при лечении мочекаменной болезни, катетеризация мочевого пузыря, стерилизация животных – все эти и другие виды вмешательств выполняются в клинике Доброди на высоком уровне. Аппарат ультразвуковой санации зубов позволит бережно удалить камни и налет. Кроме того, в клинике есть услуга чипирования питомцев. За историю своего существования врачи клиники Доброди помогли множеству больных животных выздороветь и вновь радовать своих владельцев. Доброди. Максимально доступні та якісні послуги ветеринарії. Адреса: Шевченківський район, вулиця Кругова, 165, телефон 707-2754. Працюємо усі дні тижня без вихідних. Ретельний догляд за вашим вихованцем за допомогою першокласного інструмента – таку розкіш донедавна міг дозволити собі тільки професійний грумер. Дослідно грумер означає фахівець догляду за домашніми тваринами. У 2013 році в місті Запоріжжі стартував інтернет-проект «Groomer.com.ua». Розділи сайту легко зорієнтують по групам товарів. Тут є все необхідне, як для професійного використання, так і для домашнього догляду. Причому в пристойному обсязі. Близько 3000 товарів. Професійні фени, машинки для стрижки, величезний вибір ножів і насадок, плойки і праски, ножиці, щітки, походерки, слікери, кігтірізи, шампуні і кондиціонери для різного типу шерсті собак і кішок, аксесуари та прикраси. Це портал з найбільшим вибором грумерської продукції, де діють найдемократичніші ціни. Спокусливо для всіх власників чотирилапих. Машинки для стрижки тварин таких брендів, як Endis, Oster, Валь, Moser, підійдуть майстру-професіоналу, а також машинки для стрижки своїх улюбленців в домашніх умовах. Ножі, насадки для машинок, аксесуари допоможуть зробити роботу більш комфортною і продовжить термін служби інструментів. Ручний інструмент для догляду за тваринами лідируючих брендів – Артеро і Шоутеч, гребінці, слікери, кігтірізи і багато іншого для найкращого догляду за хвостатим другом. Величезний вибір ножиць для грумінгу на будь-який смак і колір. Косметика для всіх видів шерсті або шкіри тварини, шампуні і кондиціонери, парфуми та різноманітні спреї для догляду за шубкою домашнього улюбленця. За допомогою фарби, крейди для креативного грумінгу торгової марки Opose, майстер зможе зробити чарівний образ пухнастому моднику. Для грумерів-професіоналів і власників салонів – великий вибір обладнання – столи, вани, фіксатори, фени-бустери. Замовити товар на сайті groomer.com.ua дуже просто. Але в разі, якщо виникають труднощі з вибором, ви можете клікнути на зворотній дзвінок і отримати безкоштовну професійну консультацію продавця онлайн. До речі, визначитися з вибором і на власні очі переконатися у високій якості запропонованої продукції можна не тільки онлайн, а й при відвідуванні презентаційної кімнати. Groomer.com.ua протягом 5 років є лідируючою компанією в Україні, що займається інструментами, косметикою, обладнанням і аксесуарами для грумінгу. Компанія бере участь в спеціалізованих виставках в Україні, стежить за новинками і тенденціями на міжнародному ринку зооіндустрії, проводить майстер-класи з грумінгу від кращих лекторів України та зарубіжжя. Groomer.com.ua – грумеру, професійному заводчикові, ветеринару і просто для тих, хто полюбляє кішок та собак. Groomer.com.ua – працюємо по всій Україні. Наша адреса в Запоріжжі. Вулиця Незалежної України, 82.
магазин «Groomer.com.ua». Зупинка – площа Фестивальна, біля супермаркету «Брусничка». Good dog. Собака есть единственное животное, верность которого непоколебима. Не предавайте своих четвероногих друзей. До встречи в то же время на Алексе. Good dog.